нужно найти один день для того, чтобы забрать перед игрой, может быть, восстановить игроков. Нет возможности, потому что никто об этом не подумал. И эти даты заранее уже можно обговаривать. Ну, должны быть два момента. Коммуникация, как все говорят, нужна коммуникация постоянная и планирование. Да это планирование как бы должно быть с одной стороны, я понимаю, что мы сидим как бы в Федерации футбола Украины, но при этом должны понимать, что есть команды, ну я имею в виду клубы. Вот, в связи с этим, ну даже вот конкретные вопросы по зимним сборам. Речь идет, турнир это U21 и взрослая, да, команда, первая команда, правильно? Мы не говорим U19. Сборы эти. То есть каким образом совместить эти вещи? Ну, нужно обсуждать. Какие могут быть даты? Удобно, неудобно. А как может быть неудобно, если у вас есть 3,5 месяца на подготовку? Я вот этого не могу. Нет, 13-го А потом тебе не дадут. Потом я тренер, я хочу к чемпионату уже играть. В декабре закончим. А нам нужно психологически. Месяц. Тут главное. Согласен.